Всем мэраба, дорогие зрители! Льёт дождик. Я тут снимаю одну хорошую квартирку. Так скажем. Пирожочек. Во. Рядом есть парк. Расстояние до моря максимум, со всеми поворотами 900 метров, может быть 800, 750, все зависит от вашей ходьбы. Видите, какой большой балкон? Огромный! В этот раз кебаб вам, а не пирожочек. Посмотрите. О! Вы подумайте, что вы его застеклили. Вид, видно, что на соседнее здание, понятно. Вот, застеклили. Открытая парковка. Ай, ноги. Открытая парковка. Так. Вот гостиная комната. Кондиционер Арчилип инверторный. Хотпоинт Ariston у нас. Духовка, где пекут пирожки. Индезит кондиционер, холодильник. Тоже Hotpoint Ariston комплект. Сюда нужно посудомойка есть. А это что? Ну там крышку закрыть надо. Да. Мраморная столешница. Это прихожая, спальня, хозяйская спальня, в санузле есть горячий пол, теплый пол, горячий, да. Второй балкон, тоже неплохой вид на деревья, на соседние здания. Санузел большой, первый, теплый пол. Второй санузел. Свой зонтик заберу. Кондиционер тоже Арчилип. Встроенный шкаф. И также выход на этот большой балкон. Значит, здесь есть открытый бассейн, ухоженная территория, которую я сейчас спущусь вам покажу. Средний этаж. Вот отсюда видно вроде. Рядом есть инфраструктура, это сеть магазинов А101, ШОК. До рынка в четверг у нас здесь 450 метров, 500 метров расстояния максимум. Также можете подойти, если вы пойдете в сторону центра Тосмура, вот это отсюда я вам покажу. Если так, в ту сторону пройдетесь, туда, там подземные проходы, песчаный пляж, именно район Тосмура. Если прямо вы выйдете к отелям Grand Captain и там Asia Beach, также отсюда близко
к двум Мигросам. Есть два Мигрос и есть просто Мигрос в ту сторону. Но это вы приедете, я на месте вам все объясню. Дорога нормальная, асфальт прямо выходит к скоростной дороге D400. Все, спускаюсь вниз. На этаже у нас раз, два, три квартиры. Вызовем лифт. Вместим с лифта 4 человека. Спускаемся на самый нижний этаж. Там у нас скрытый бассейн. Итак, я спустился вниз. Так, здесь есть литый бассейн, турецкий хамам, сауна и фитнес-центр. Здесь все чинят, поменяли управляющую компанию. Вот, видите, бассейн чинят. Вытащили вот споты. Реставрировать его. А там сауна, хамам. Все будет функционировать, когда все доделают. Айдат 650 лир. Давайте я на лесенке. Где тут лесенки? Нет, что ли? Что-то не хочется подниматься по лифту. Надеюсь, здесь открыто. Итак, дорогие зрители, вот там ставятся шезлонги и открываются зонтики. Теперь закроем здесь дверь. Пойдемте зонтиком. Открытая парковка снаружи. Генератор есть. Фасад здания. Видите, как застеклили? Если вы тоже застеклите, так будет 3 плюс 1. Один большой бассейн. Есть мой мини-бар внизу. Есть библиотека, что типа. Да. Не буду пачкать. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 186 тысяч евро. Айдат 650 лир, открыт для ВНЖ, район Тосмор. С вами был Агаси из этого района. Всем пока-пока.